В Омске завершился фестиваль камерных оркестров «Камерата-2016». На сцене концертного зала в течение месяца выступали оркестры из Омска, Казани и Москвы. Таким образом, прошедший впервые в 2013 году фестиваль получил новую жизнь. Вот его небольшой фрагмент дирижирует Юрий Башмет. Как и в прежние годы, за дирижерским пультом сам маэстро, под его управлением легендарные солисты Москвы, закрывая фестиваль, исполнили произведения Моцарта, Чайковского, Грига, Россини. Кроме того, омичи впервые услышали и живую, редкую камерную симфонию композитора Свиридова.